mother, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiley photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers hold my number when I'm sleeping at night. Приветствую, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я хотел бы поговорить о ставках на CSGO Lounge. Если вы имеете неплохие вещи, разбираетесь, на кого лучше ставить, то вы можете буквально за месяц, за два поднять хороший инвентарь и выменять неплохой нож. С моим инвентарем, конечно же, много ты ничего не подымешь, не слишком он дорогой. Путнева тут ничего такого нету, но при этом из 23 ставок я выиграл всего лишь 19. Ну, для меня это неплохо, для кого-то скажет это плоховато. Некоторые ставки не прошли, некоторые проходят. Ну, если вы знаете, на кого ставить, есть вещи, почему бы не поставить. Давайте чуть-чуть разберемся для новичков, если кому-то непонятно. Вот моя ставочка, допустим, я поставил 4 вещи. Сейчас гляну. Валу, если моя ставка сработает, мне дадут вещей на 1.16, то есть это доллар с чем-то валу. Общий валу моего инвентаря, если я не ошибаюсь, 4-5, что-то там примерно так. Итак, давайте разберемся, какие вещи ставить и лучше на кого. По этой ставке можно судить, если мы поставили на фейс, то там бы, конечно, валы был бы очень большой. Но я сомневаюсь, что они выиграют как раз через час игра. А NBDL, я в них уверен, потому что пару дней назад, 2 или 3 дня назад они играли. В принципе, все 3 матча их не, они выиграли. И на ставках я поднял много ж говна я продал ненужного. Осталось более-менее хороший шмот. Я решил на них поставить, хоть и вал 0.1.16, в принципе, более-менее, ну, если просру, конечно, будет печально. В районе 6-7 долларов. Итак, если вы имеете, еще раз повторю, хороший шмот, знаете, на кого ставить. Но если вы не знаете, на кого ставить, я подскажу, в описании ставлю пару групп. Вот ВКонтакте, вот сейчас я смотрел, есть такая группа CSGO Bets Trade Sales. Она каждый день практически вывешивает свои результаты, ну, на кого они думают ставить лучше. Данная группа выдает практически 80-90% правильного результата, в том числе вчерашний матч ВП Дигнитас 100% выдали, ВП Нипа не выдали, вот за остальные два я как-то не смотрел. Но вот эти два 100%, тоже 50% из 4 они выдали. Правильные, эта ставка у меня сработала, хотя я побоялся ставить какой-либо хороший шмот и ничего путнего не поднял. Одно говно, так сказать. Есть еще другие группы, но я сейчас сижу в этой, так как тут практически выдают постоянно хороший результат. Постоянно администраторы данной группы вылаживают, ну, так сказать, результаты матчей. Я им вполне доверяю, 90% это очень хорошо, что они выдают такой результат. Была одна группа, которая выдавала 100% результат в матчах, но сейчас почему-то они не вылаживают. Итак, повторюсь еще для новичков. Как ставить? Если у вас, ну, можно из говна потихонечку поднимать вещи и так далее. Заходим на любую ставку, возьму свою. Выбираем команду, смотрим, видите, валую за, если они выиграют, 5 за 1. Тут валую 0.17 за одну, но валу у меня, моего инвентаря, практически один с копейками. Ставим вещи и ожидаем. Ничего тяжелого нету, просто нужно знать, на кого ставить. Если вы не уверены, допустим, тут я уверен 100%, что они выиграют. Если вы не уверены, лучше повременить, не ставить ставку, посмотреть информацию. В интернете большое количество сайтов сейчас и группы ВКонтакте появляются, которые прогнозируют результаты матчей. Если вы не уверены, если вы сами ставите и не уверены,
обратитесь к таким группам, прочитайте. Вот, кстати, в этой группе вот очень хорошо описано, почему вот администратор именно советует, почему он ставит не на Дигнитас, хотя Дигнитас вчера выиграли у ВП, почему поставить на ВП. Вот тут он далее описывает, почему и как. Думаю, ничего тяжелого вам прочитать. И далее вы ту информацию, которую они вам предоставили, почему и как ставить, думаю, вы разберетесь, ставить, не ставить и так далее. Допустим, Нави никогда, ну, они никогда так против Дигнита слабенько играют. Вот почему советую ставить на Дигнитас. Вот, в принципе, если вы правильно будете ставки делать, правильно угадывать все, если у вас неплохой шмот, вы можете буквально за месяц, за два очень хорошо подняться. Ну, а для любителей ножей вы можете буквально поднять его спокойно, выменять и так далее. Может, кто-то задаст встречный вопрос, почему ты не имеешь такой хороший инвентарь? Почему, если ты вот сейчас делаешь видео? Ну, было, у меня не было времени. Сейчас я начал этому уделять внимание. Вот сейчас я начал чуть по-крупному ставить вещи, в надежде что-нибудь выиграть. В ближайшее время хочу заняться ставками, поднимать шмот. Ну, у меня получится. Конечно, будет разочарование, буду проигрывать, как вчера поставил на нипов. Но Дигнитас выиграли. Ничего, я там такое стоящее не проиграл. Вот, в принципе, что я вам хотел рассказать и показать, я уже вам это сделал. Далее ваше мнение уже сами решайте, доверять ли этой группе, ставить ли ставки, рисковать и так далее. Я не рискованный человек, хотя мог поставить акт спокойно вчера на Дигнитасов и поднять неплохие шмотки, но я забоялся. Желаю, чтобы вы не боялись, ставили, рисковали. Это хорошее качество, я считаю, и когда вы рискуете, и у вас будет хорошо. Пользуйтесь этой группой, это очень хороший источник, который хорошие результаты дает. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока.